Чувашии с начала года в двух населенных пунктах зарегистрировано бешенство лисиц. Еще в одном – бешенство кошки. Против этой болезни привили более 290 тысяч восприимчивых к вирусу животных. Такую информацию озвучил главный государственный ветеринарный инспектор республики Сергей Скворцов. Помимо прививок домашних животных, в неблагополучных районах раскладывают специальные приманки с вакциной для лисиц. Что касается других опасных для животных болезней – африканской чумы свиней и птичьего гриппа – они на территории Чувашии пока не зафиксированы. На границах с неблагополучными с этой точки зрения регионами выставлены специальные карантинные посты. Однако угроза заражения птичьим гриппом сохраняется, так как через территорию нашего региона проходят маршруты миграции. Сейчас от опасного вируса привито более 460 голов домашней птицы. Работа продолжается.